В Махачкале прошел первый республиканский турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов ДСАФ России, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, посвященные столетию Героя России Абдулхакима Исмаилова. В соревнованиях приняли участие около 60 любителей. Каждому из участников предоставилось по 3 пробных выстрела и по 5 контрольных на расстоянии в 25 метров от мишени. Победители и призеры определились по наибольшему количеству набранных очков. Они и получили грамоты, кубки, медали. Техническая школа ДСАФ России, Республики Дагестан носит имя Исмаилова Абдулхакима Исаковича. Человек, который прославил Дагестан, водрузил флаг над Рейхстагом. И сегодня соревнования посвящены столетию со дня его рождения. В целях увековечения памяти его проводятся данные соревнования на базе спортивного клуба.